Всем привет, друзья! На этой неделе разработчики порадовали нас очередным достаточно крупным обновлением игры Against the Storm, в рамках которого продолжили править как игровые механики, так и пользовательский интерфейс игры. Как понятно из названия, основной вектор доработок в этот раз был направлен на работу лагерей добычи и связанные с ним механики Against the Storm. Патчноут я традиционно постараюсь сгруппировать по блокам механик, насколько это позволяет разнообразие правок в игре. И первым таким блоком у нас становятся глобальные изменения в основных механиках добычи ресурсов. Из игры удален лагерь падальщиков и пересмотрены наборы добываемых ресурсов в лагерях охотников, травников и собирателей. Теперь у них нет пересечений. Также в игру добавлены маленькие лагеря упомянутых трех типов. Такие точки добычи доступны нам с самого начала игры и не требуют открытия через чертежи, но у них есть ограничения. Добывают ресурсы они медленнее, чем полноценные лагеря, и не могут собирать ресурсы с крупных источников. Для добычи с крупника нам все же потребуется изучение чертежей обычных лагерей добычи, как это происходило ранее. Примечательно, что при получении чертежа полноценного лагеря будут обновляться уже установленные малые точки добычи. И в меню строительства малый лагерь также обновится на обычный. В-третьих, увеличено количество ходок до крупных узлов ресурсов с 60 до 70. И последнее, что в этом блоке отмечу, у лагерей дровосеков снова переработана механика настройки вырубки. Убрали выпадающий список, который мне очень сильно приглянулся, убрали чудесную кнопку с распространением настроек по всем лагерям. Теперь мы ставим галочку на одну из доступных позиций, примерно как это было ранее, разве что выбрать мы теперь можем только один вариант из предложенных. Вариантов стало 5 штук. И, внимание, теперь для того, чтобы распространить такую настройку на все лагеря, нужно будет делать выбор с зажатой кнопкой Shift. Имейте это в виду. Следующим блоком изменений становятся фиксы в рецептурах и краевых камнях. В усадьбу внесены балансные правки. Она теперь производит зерно и волокна с трехзвездочным качеством по 9 штук и по 6 штук овощи и грибы с двухзвездочным качеством. Период посадки и сбора установлен в 30 секунд. Перебалансированы некоторые перки и краевые камни. Те перки, которые давали ранее бонус к производству плюс 1, теперь же будут давать плюс 2. Краевые камни также были перебалансированы с учетом их пользы для игрового процесса. Некоторые потеряли свою ценность и стали дешевле, а некоторые наоборот существенно дороже. Убран перк фильтр собирателя дождя, который позволял игрокам собирать хрустальную росу. Последней частью я перечислю точечные изменения, которые по тем или иным причинам не вошли в предыдущие разделы данного обзора. Скорректировано соотношение полян при старте нового поселения. Теперь мелких полян будет меньше, а опасных и запретных наоборот больше. Более того, на крупных полянах теперь будет больше крупных источников ресурсов, чем ранее. Перебалансированы ресурсы на различных биомах в игре. Теперь они стали более разнообразными и требуют различных подходов к стратегии победы. Полностью истощенные клетки руды будут исчезать с карты. Бюро археологии теперь можно перемещать. Снижено количество наград за разрешение событий с живой материей, что раньше было очень приятной наживой. Теперь ее, к сожалению, убрали. Увеличены награды за события с клеткой боевого зверя. Модификатор карты под названием «Монастырь Святого Пламени» не будет больше появляться рядом с биомом «Проклятый Королевский лес». И перебалансировано огромное количество наград в заказах, полный перечень которого я сейчас демонстрирую вам на экранах. Цели указов были скорректированы с учетом появления новых лагерей и перебалансированы требуемые для них ресурсы. Теперь немножечко о интерфейсе. В игру добавлена функция автопаузы. Настроить ее возможно в меню игры. В меню опций сделана отдельная вкладка «Геймплей», куда перенесены все настройки, с ним связанные. В панели торговли добавлена подсказка на неактивной кнопке «Продать». Причины недоступности. Достигнут ли лимит маршрутов, нет материалов и так далее. Вы там все это увидите. И еще одна полезная функция, если при установке жителей на рабочие места вы сделаете это с нажатой кнопкой Shift, то на все пустые слоты этого здания установятся доступные жители выбранной расы. Ну и в продолжение темы горячих клавиш были добавлены новые горячие клавиши.
По кнопке F мы можем отметить все деревья. Очистить отметку деревьев мы теперь можем с кнопкой G. Выбрать режим разрушения зданий по кнопке V. И в связи с этим еще внесены изменения в существующие горячие клавиши по умолчанию, потому что потребовалось освободить место для новых. Панель ордена по кнопке T, торговые пути по кнопке Y, панели рецептов U и режим скриншота O. Традиционно, помимо уже отмеченного в данном обзоре, была исправлена тонна дефектов, обновлен перевод на все доступные языки и еще несколько достаточно символичных правок, которые, на мой взгляд, не так интересны, чтобы детально на них останавливаться. Для желающих ознакомиться с оригинальным патчноутом, я приложу в описании к данному видео ссылку и на него. Список изменений, которые мы увидели сегодня, серьезно могут изменить подход к прохождению тех или иных биомов. Ну и тем интереснее дождаться будет второй части этого обновления, которое стоит ожидать через недельку-другую. А вы что думаете? Пишите свое мнение в комментариях. Все как всегда, ребят. Ну а кто не подписан, безусловно, подписываемся. А я на этом прощаюсь с вами, друзья. Спасибо большое за просмотр. Всем добра, бобра и спокойных буранов. До новых встреч!